Ребенок погиб в аварии в Шахсинском районе. В субботу утром около деревни Нестерова женщина на «Лада Калина» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где врезалась в фуру, после чего легковушка по касательной столкнулась с «Киа Рио». 7-летний пассажир «Лады» погиб на месте, автолюбительница попала в больницу. Еще одна смертельная авария произошла на трассе на следующий день. Под Кирилловом лоб в лоб столкнулись Ford Focus и Lada 10 модели. Иномарка пошла на обгон и на полной скорости врезалась в отечественное авто. 31-летний водитель Lada и 54-летняя пассажирка погибли на месте ДТП. Еще одного пассажира десятки доставили в тяжелом состоянии в больницу. Полицейские областной столицы устанавливают личности подозреваемых в краже. 18 января в магазин цифровой техники на Батюшково зашли двое мужчин. На видео с камер видно, как один из них положил игровую приставку в портфель другому. Стоимость консоли оценивается в 30 тысяч рублей. Горожан, которые обладают какой-либо информацией о местоположении подозреваемых, просят обратиться в полицию. Подростка, который начал переходить дорогу на зеленый свет, сбили в Череповце. ДТП произошло на набережной 27 января. Как пояснил водитель «Фиата» инспектором ГИБДД, он увидел, что включается запрещающий сигнал светофора, стал тормозить, однако машину занесло, в результате чего 14-летний пешеход с закрытой черепно-мозговой травмой доставлен в больницу. Утром 28 января в Череповце загорелась деревянная обрешетка вентиляции. Возгорание произошло на чердаке дома на Ленина, 143. По информации городского ЕДДС, пострадали квартиры на 5 этаже, которые залило водой. Обрешетка сгорела полностью. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.